На заседании антитеррористической комиссии обсудили эффективность мер по нераспространению идей терроризма. К сожалению, для своей пропаганды террористы все чаще используют новейшие технологии. И это требует адекватной реакции, в частности, новых подходов к профилактике. В противостоянии идеологии терроризма активно участвуют сегодня не только правоохранительные органы, но и кибердружины, образовательные организации. Особое внимание совершенствованию работы с информационными площадками. Акцент на популярные соцсети, и именно через них молодежь чаще всего обменивается информацией. И здесь, по мнению членов комиссии, не должно быть шаблонного подхода. Работа с подростками должна быть более адресной и учитывать возрастные особенности аудитории.